Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы с вами выполним упражнение под номером 164. Прочитаем задание. Действие человека можно передать разными глаголами. При описании каких ситуаций можно использовать данные глаголы сказуемы. Наташа в комнату вошла, вбежала, влетела, впорхнула, вплыла, пробралась, протиснулась. Представьте одну из ситуаций. Составьте для нее описание 3-4 предложений. Запишите их, подчеркните сказуемое. Вот что у нас получилось. Наташа гордо вплыла в комнату. Она репетировала главную роль в школьном спектакле. Наташа влетела в комнату и поспешила похвастаться. Она получила 5 за контрольную. Наташа бочком протиснулась в комнату. Она знала, что ее будут ругать. Теперь давайте выделим сказуемое. Наташа гордо вплыла. Подчеркиваем сказуемое «вплыла». Она репетировала. Главную роль в школьном спектакле. Наташа влетела и поспешила. Поспешила похвастаться. Такое будет сложное сказуемое у нас. Она получила 5 за контрольную. Наташа протиснулась в комнату. Она знала, что ее будут ругать. Будут ругать. Это также у нас сказуемое из двух слов состоящее. На этом все. Спасибо за внимание.